Ми зараз в автобусі, ми їдемо на Васильів. Так. Я чувствую, коли у мене камера просто огроменна, така на балці ще. Ну що така маленька, чому у мене не така? Я тут по улице такой огроменный. Никто не видел, что это скрылось. Да. А у меня уже чисто. Папе на руку. Короче, вот у нас здесь еще есть водичка. Блин, свет плохой. Блин. Нам уже поедем. Я взяла с собой грома. Взяла свой полис? Да. Мне, короче, папа сейчас нагрудил, но мама 1000 дала, и он потом мне дал еще. Короче, у нас сейчас перерыв, мы купили себе наши полосы. Посмотри, видно, нет чего-нибудь? Хотя бы. Видно, да. А, нет, у нас тут не вот, я нашла. Тебя не видно. Дорого. Тебя даже не видно. У меня на камере все видно. Покажи. Ну, Тёша, стой, покажи. Это свет-то. Она стоит? Сколько она стоит? 55 рублей. Ужас. 70. Я в шоке, я спрайт большую бутылку купила за 60 рублей. Тут 65 рублей. Дужга. Получается? Ладно, приедем. Ясно. Нам, короче, дали какую-то фигню. А ты знаешь? А, да. Да, это вообще легко. Вот. Компотик. Это не вкус. Да. Я, конечно, понимаю, что ну, типа. Так. О, хочешь заесть? Просто вы видите, это мы сейчас на заводе, короче, питьевой воды. Новый на завод. Это просто выходить. Повернитесь сюда еще. Подождите. Сейчас камера такая ты. Вы не хотите все вместе сфотографировать? Хотим. Давайте. Все. Алена, это просто до хрена. Возможно, всех поить до смерти. Какой-то ужас. Водой. Вот можно просто живой. Елки-палки, давайте, чтобы вас видно. Я уже пила кофе. Мне дали мало. Да. Я еще не пила. И смешно. Еще мы получили вот что. Обычную водичку. Просто мы на заводе питьевую воду. Мы, короче, сейчас в торговом центре. Пошли там, да, просто снизу фотой. Хорошо. Хорошо. Ой, блин, мама. Короче, мы зашли в... Ребята, привет, с вами Даша. Мы уже заселились здесь с Дашей в номер. И я покажу, что я... Вот так. Купила. Пакетики, чтобы было видно. Здесь у меня все пакетики. Я уже много съела. Поэтому... Здравствуйте. А я сюда. Так вот, начнем. Первое, что у нас было, это гончарная мастерская, поэтому, пожалуй, я начну с ней. Там нам показывали мастер-класс, как делать всякие вазочки. Мне было неинтересно, потому что... Не, мне было интересно, но я не охала и не ахала, как Даша, потому что я это дело делала и знаю, как это все творится. Купила вот такую чашечку. Что же я делаю? Буду в ней пить кофе. Вообще прикольненько. Ставь сюда. Так. Здесь просто упаковка. Все. Кстати, эта кружка стоила всего 120 рублей. Да, камера пошла. Это подарок маме. Как все сложно. Она очень любит пить кофе из турки. Поэтому я тоже за 120 рублей взяла вот такую чашечку. Она называется Ностальги. В общем, я вся в чашечках. И мы делали в подарок. Нам как будто глиняные дощечки, которые мы разукрашивали. Специально мешаешь. Ползаешь сюда. Смотришь.
Счастливо. Я, короче, как рукожоп раскрасила акриловыми красками. Так, потом у нас был завод питьевой воды. Вот такие водички нам дали. И, господи, мне не понравилось там только тем, точнее, мне там вообще не понравилось всем. Мне не понравилось там тем, что, блин, если попробовать, я сейчас пробую. Это обычная вода из-под фильтра. Обычная, даже из-под крана, обычная вода. Но они ее там всякими там минералами, всякими они там кальциями, это норенько. Вот. До этого с 6 лет я называла ее Норинго. Так, далее мы поехали на дегустацию мороженого. Ну так у меня разрядилась камера и телефон, я ничего не могла сфоткать. Прекрасная жизнь. В Дашином влоге все есть, короче. Да. Она у меня есть в подписках. Короче, я купила себе пончики, но я их уже съела вместе с Дашей. Но, блин, один пончик стоил 50 рублей. Поэтому я купила всего 2. Дорогое удовольствие. Я их раньше покупала за 25 рублей. А тут... Звезда в шок. Пакетик я тоже сюда поставлю. Здесь у нас пакетик. Японские пончики. Так, ну сюда я положила. Я покупала вот этот вот хэппи-мил. Для детей. Эти всякие раскрасочки тролли, всякие там познавательные для детишек. Еще там есть фигнюлька, когда нужно повешать на 6 тролля. Вот. Эмана будет в шоке. Далее у меня здесь пакетик от картошечки. Привет, тут поставила дату и свою роспись. Купаю. Здесь чеки всякие. И я купила такую ручку, которая не пишет. И 2 карандашика с кристалликами. Один голубенький, другой фиолетовый. Купила за 45 рублей. Ты что? Ты что? Ключ? Купила за 45 рублей. Что тебе надо все потрогать? Помешать мне снимать видео. Купила за 45 рублей, но нифига не пишет. Так, экспонаты. Вы готовы? Хэппи Мюль. В Макдональдсе я, если честно, была всего 3 раза. И как бы смешно вам это не казалось, но как бы у нас закрытый город, и там вообще ни хрена нету. Вообще. Чтобы обойти весь город пешочком, нужны деньги. Всего лишь 1 день. И вот я была в Томске, нас открыли там летом, когда я там была. В Томске 1 Макдональдс, я в нем была. Отправили постельки к нам, сейчас придет проверку, сейчас заряжать телефоны. Камеру я уже зарядила. А. Смотрим Рутуб. Уже не смотрим. Оставили отзыв. Сказала, смотрим Ютуб. Ой, я сказала Рутуб. Так это не Рутуб. Ой, да блин. Ирина, я знаю. Опухшая рожа у меня, смотрите, какая большая. Ужас. Больше качественно доказать. Друзья, как вы думаете, полностью заполнятся вот эти квадратики или не полностью? Полностью.
Полностью. Кто-то говорит полностью, кто-то не полностью. Сейчас ты сам тогда полагаешь. Не полностью. Не полностью. Хорошо. Да. Это просто ровно. Да, нужно просто ровно, ребят, поставить, смотрите, водичка-то у нас. Вот так, полностью почти заполнено наши квадратики. Значит, получается, что череп фугора верна. Смотрите, за нам квадратик гипотенузы получили целых два. Как поживаете? Как вы поживаете? Хорошо. Плохо. Потому что на тебя смотрит. Какие на меня посмотрите? Нормально. Теперь на тебя смотрит. Говори, Саша. Что? С ним, можно с ним познакомиться, ребята? Давайте. Здравствуйте. Он так это я даже. Назовите свое имя. Максим. Ой. Вас действительно зовут Максим? Да. Yes. Максим, приятно познакомиться. Меня зовут Арнольд. Жаль, что я не смогу долго помнить твое имя. Помнить. Здравствуйте. Смотрите, также у нас здесь можно, конечно, пообщаться, потому что с Арнольдом можно пофотографироваться, поуправлять машинкой из художественного фильма «Безумный Макс», это красненькая. Также можно поиграть с доской пин-скрин, сделать виды. Конечно, можно, если только осторожно. Умеет танцевать, песни петь, может рассказать стихотворение. Привет. Давайте по очереди. Да, нужно по очереди спрашивать, а то значит тогда привет. Слышишь, что подряд отвечает. Открывай! Открывай! Спросите у него что-нибудь. Можно спросить, сколько ему лет, где он живет, что умеет делать, кого создать. Все, что можно, нужно поспрашивать. Он все ответит. В любой непонятной ситуации, I got this feeling, somebody dance with me. Это он там поет. У него, правда, не голоса, не слуха, но настраивается, как может. Белочка. Белочка. Белка, белочка, белка, офигеть. Белка. Тихо, девочки, уходите. Она смотрит. Белочка, она же конечная. Она же, по-моему, привыкла. Конечно. Она же позирует. Молодечка. Ты гонишь белку? Да. Ой. Все, давайте ее трогать не будем. Ой, блин. Все, пойдемте. Она убежала, и орешки ударили. Ей не понравилось наше присутствие. Это красота. Я с ним забрызг и добавлю. Что он мне фото? Откуда я знаю, почему не фото? Пингвин. Пингвин. Ты такой красивый, такой хороший. Фу, это их какашки, что ли? А, ты такой красивый, такой красивый. Даша, заверни мне парочку. Пожалуйста. Заверните мне с собой чуть-чуть. Да, мне тоже. Какие они хорошие, какие они красивые. Ой, какие сачки! Я бы не специально отдыхала. Подошла, Даша, ты прям на это подошла. Прости. Отдыхает. Чувачок отдыхает. Ты нам показываешь, что ты умеешь. Вон там. Блин, они такие классные. Смотрите, вот стоит один. Вот он сушится. Красота. Красота. Иди сюда плавай, иди плавай. Мне нужен кадр, как ты это идешь плавать. Прыгает он. Подожди, я еще он не позирует, плаваю. Позирует. Давай. Ой, прикольно. Я тебя даже услышал. Он молодец. Они меня понимают. Не, а там это про всех же было. Там про всех шпион. Шпион в стае это был. Здесь очень круто. Это тропический зал. Вот. Здесь, короче, водопад. Есть водопад. О, уточки. И рыбки. О, здесь птички еще летают. Охуенно. Ой, там кто ходит? Ты боишься? Не бойся меня.
такая хорошая. Не бойся меня. Здесь кто-нибудь живет? Видимо, нет. А, вон они! Где? Вон на дереве. Они могут... Там, короче, еще всякие птички летают. Там птички всякие. А, да. Ну и чё? Ой, вон она, вон она, вон она, вон она. Ой, слива я. Сюда и... Вон уточки всякие. А куда они убегут? Скажи, мы тут сидим... Ой, одна рыбка. Вау. О, какие красивые. Ой, какие красивые. Он лапу чесал или позировал? Ничего, такой мокрый такой. Он сейчас будет прыгать. Сейчас будет прыгать. Видимо, он очень любит прыгать. Очень, очень любит прыгать. Сейчас еще раз запрыгну. Плаваешь, плаваешь. Я медведь. Давай, красота какая! Красота, ты себя сейчас съест, если мы будем зреть. Вообще-то они едят только, когда голодные. Но он надоел уже! Он красивый, немножко. Ну, ты надо зреть.